Всем привет, друзья! Мы на канале Семьи Поддубных. Сегодня нашего кота рыжего укусил клещ за шею. Будем доставать с помощью зубной нити. Да, кот мурлычет. Коту хорошо. Вот клещ. Еще не сильно напился. Вот такой вот молодой клещ. Берем зубную нить. Делаем петельку, узелок, где-то по центру. Так вот. И теперь эту петельку набрасываем на клеща. И затягиваем. Желательно пониже. Можно любую нитку использовать, не обязательно зубную, какая найдется под руками, под рукой. Когда клещ побольше, тогда легче зарканить его с самого низа. Ну, можно крутить вот так вот, просто в натяжечку выкручиваем, в любую сторону выкручиваем, пока он не отцепится. Цепился, веревочка цепилась. Еще раз затягиваем, крутим в том же направлении, уже в котором начали крутить. Он уже, в принципе, и отвалился. Вот. Так что вот таким вот способом легко и быстро выкручивается клещ. Как ему хорошо сейчас мурлычет. Смотри, что мы достали с тебя. При дальнейшем осмотре обнаружил еще одного клеща. Еще побольше. Уже напился. Вот. Его будем вынимать вторым способом. С помощью вот такой вот штучки из-под хлеба. Вот. Берешь просто эту штучку, изгибаешь буквой ЗЮ. Маникюрными ножницами делаем такой запил. Прорез, да, клинообразный. И сейчас этим инструментиком уже, да, импровизированным, поддеваем клеща. И точно так же выкручиваем его в любую сторону. По часовой или против часовой. Подарканили его и начинаем вращать, пока он не выпадет. Оп, он уже отделился. Вот так вот. Все на месте, все усики на месте. Так вот тоже легко и просто вторым способом вынимаем клещей. Так что палец вверх, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.